Представим конструкцию, при которой вас обидели. Значит, вы чувствуете себя глубоко, так сказать, оскорбленными, и вы внутри головы начинаете с человеком разговаривать, отчитывать его. Нет, ты сукин сын, это что не так? Сколько можно? Да. Вы же не скажете, что вы думаете. Значит, на самом деле наш мозг постоянно занимается производством психических продуктов. Прогнозы на будущее, ваш внутренний монолог, сновидение. Но что такое, почему мы говорим, что есть мышление, а есть вот просто блуждание или думание, или там все что угодно? Мышление предполагает, что вы ищете возможность что-то изменить в обстоятельствах, в которых вы находитесь. И если вы это можете делать, вы мыслите. А если вы просто собираете разные психические продукты, которые как собрались, так и разобрались, и ничего не поменялось, и мир, и вы продолжаете ехать по тем же полозьям, на которых вы перед этим стояли, это не мышление. Это просто психика наша производит сны, глупости, оценки, объяснение наших эмоциональных реакций и так далее, и так далее, и так далее. Это просто жизнь мозга. Это не мышление.